могу чем-нибудь помочь? Thank you.
Ой, это что за чат пишешь? Чё? Ты же в Дискорде. Ничего. Какое ты имеешь право писать в чат? Хорош. Фу! Ну ты поговорили. Погнали без анролов. А это пока что был ЛФГ с анролом?
Кто это? Это ДК. ФДК. Угу. Говна развелось их. Да, в пати ни одного дики. Я могу зайти в ДК. Ой, прости. Вот так вырывался. Я просто ФДК в рейде убил. Извиняюсь. Он, кстати, undead. Кто-то мовнули с рыбковатых, он зайдет, нет? О, Микстурыч зашел. Я думаю, более удобного момента не будет никогда. Я хочу сказать, что я не люблю танчить. Это говорит пан. Круто. Очень круто. Там Яка любит танчить, походу. Иногда приходится жертвовать всем. Пан, тебе повезло. Ты фурики. Ну, на боссе. Хлёнь. Так, надо маленьких еще потанчить. Ну или... Ну, лучше Микстурка, конечно, там, чем Вар. Цвету. Завтра будет операция Void Spiritus. Пятая карта должна быть у креста моего. Привет, Виклики, все дела? Че, не пишет никто, зараза? Сегодня в 3 утра, блять, рейдов было больше, чем сейчас. О, сейчас сова еще будет 266. Хорош, хорош. Тренг. Чему-то я не рад Тренгу. Крусену вспоминает. Нет, я просто не люблю Тренгу. Ну, кстати, до каких пор вы собираетесь держать кровосена в гильдии? Пока у Мураза Мура учится. То есть вы верите, что он научится? Ну, хотелось бы, по крайней мере. А он так говорил? Нет. Блин, ШПшник еще 258 пишет, но сейчас МБ-сова будет. Пускай ульти идет.
Всем здоров. Здорово. Резку пойдешь? Что, на точку? На тебя? Геру пока еще доступ не получили. Не, я думал, вы десятку обычку идете. В чем дурочки, что ли? Ну ты пока, ну тут фул рейд пока, если какой-то дурачок что-то будет исполнять, может быть. Так холипал, по-моему, его нету. Ну, я пойду варом по-любому. Тогда давай утюки к ним. Заходи варом. Скидки 50%. 25% вообще-то. Ну, да, на быстрый старт 50%. Ну, нехуй, у меня будет 25, а ты 10 на танк. Раз, два, три. А нахуя 2, ты 10? Он холики так танчит. Варшок, ванкани, дискорд. О, хороший. Да, это как же долго грузится, ёбаный. Ты чё, Вой, чашку забрал? Серьёзно? Ну да. Блядь, да иди ты нахуй. Там я, наверное, челиков 10 нагнул, чтобы не... Ну, удаляй его, вора, нахуй, блядь. Короче... Я переступил просто человек через 10. По головам ходил просто. Ныл там, блядь. Лиса, ты там осторожней с выражением. Ну я же любя. 14 человек в диси. Сейчас волшебный пендаль будет. Будет, я тебя люблю. Нежно говорю. Больше-то. Али, спроси лишь поаккуратней с выражением. Маска. Ой. А. Саня, в доту играем? А чё сегодня парты? 25 хэм? Посмотри. Можно пойти ЦВК 10 гер, если будет где-то чулан, турбо, царь. Я сходил. Я. И может плеча закроем? Надо а, в воскресенье. В 10 хэм бы пошел, в 10 бочку не хочу. А вот я знаю тактику на лича в ХМ-ке. Молодец, тебя поздравляю, оно. Спасибо. Почему VIP? Зато вчера сколько шаманов было. Это, короче, смотри. Пускай, короче, этот турбо с каким-то магом МК меняются. Вот, а какой-нибудь маг наменяем каким-нибудь, потому что мне намного профитнее будет вот эти вот 3% крита, чем какому-то магу. Это глупый развод, не слушайте его. Да, да, конечно, глупый развод. Ну, турбой с мильхтой пусть обменивается, фирман пусть ей кидает. Естественно. Не без разницы, мильхта либо фирман пускай кидает. Будьте гордыми магами, нахуй. Треугольников обменяйтесь, забейте на него. Пиццеря киньте нахуй. Да, не кидайте на себя. Что, у нас локов нету? Ша, сам прикрою.
тамагочи какой-то. Мудрочки. Сейчас за что вообще? Подожди, на что, друзья? Поставьте, пожалуйста, мамонты. Я их куплю. Че за бомжовый хулипал, нахуй? Спасибо. Согласен. Какая-то хуйня, рыбка в тапках, нахуй. Я надеюсь, у нас хотя бы один демон есть? Нет. Ну, конечно. Глупый вопрос. Никто на этом говне не играет. Какие там демоны? Так, шпались. Какие там 600 СПД рейд? Говно. Что такое СПД? Ты что, ёбан? Согласен. Всё, спасибо. Кто сказал, что это шутки, ну? Нахуя тихо выпал? Па, чё у тебя за манускрипт? Под чем нахуй? Это бисовый. Хуисовый, да. Блядь. Говно, нахуй. Это, блядь, не циркуль, нахуй. Вот тут не бисовый, нихуя. Да. Свет небес — это бисовый, блядь, алло. Ну, свет небес, который дает СПД, это бисовый, но не который мешает нам. Иди нахуй! Сам иди нахуй. Будет он мне, сука, там втирать дичь. Какой нахуй СПД хлебал, ты угораешь? Вот такой. Какая манана? Окей. Так яко есть этот Ути. Ути, ты в Дискорде, давай прыгай на Вара. Ты еще скажи нахуй, что надо, блядь, символ на печать света полипало, так я вообще сейчас плевану. Ну вообще-то я его и ставлю. Это бисовый. Ебать, я вас вообще охуеваю. Да, 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 я видел, как ты хилишь. Ну. А что, ты с мудростью бегаешь? Ну да, только нубы с ним бег. Вон этого, И в демона его спек. Точно. Да, блядь. Ну, бедняга уже хуй знает сколько не может на РТ попасть. Да, спек не получил. Хотя бы зовут, да. Он хоть не кинет, он хоть не кинет рейд на чешку. Вот так вот, двойные стандарты, да, Войт? Да, Ги должна в огонь, и они вот это вот взяли, выкинули, я бы нахуй вас послал. Ты и так не нахуй всех послал. А, так это заяска через 20 минут, я вас понял, блин. То не заяска, а ломан. Какой шанс дропа чешки? Какой чешки? Танковской, нахуй, 100%. ДДшник. У нас две РДДшных чешки за раз падают. А мне так поганый, когда хожу, нахуй, падает. А может быть, вы заберете трэш-танки, я не знаю. Да, а то что-то это плохо, больно. Да, они командира не оттянули, их нахуй срубило. Ваншот не прохиливается, извиняюсь. Да, говорит хулипал, который хили с печатью мудрости. Блядь, нет, блядь. 5% для хулибала это топ, я понимаю. Для соло-тарки 5% это много, нахуй. Это вообще-то много. Да, лучше ману поэкономлю.
маны только, ну. Так и так. Лучше уметь регенить ману и друидов регенить, чем, блядь, хилить хуйню. Я а понял, что паладина нажмёшь. Ты назвал только паладина, окей, на паладине двигай. А как же Рокки, да? Нет, дыха в среду будет. Какую, блядь? Напуливать на этом боссе легко трэш ММ-хантером-траппером. Берешь пару разбойников, пару хантов, один хант напуливает ебало, другой хвост и две роги по центру. И убиваешь, короче. Давайте еще тактику придумаем. А давайте мы не будем ходить в этой хуёвой рейде. Мы по тактике уже не так справлялись, ну, на том боссе, который, блядь, символ на ловушку, чтоб критовал, и все, и на пул изи. Говорю, ММ-ханты, трапперы там вообще зайдут, ну. Все ханты, по-моему, трапа качают. Нет. Нахуй надо, остальные мобы уже почти мертвы. Я слежу, я хилю свет. Буду в тьме потеть, вон у вас Holy Pal с печати света, пусть идет хилет. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Бой с Хафнера с этим, с Варшоком местами поменяй в группу. Ну, у него нету ДПС спека и холика, я так понимаю. Он шестой хилый получается. А, в 20 идем, ладно, окей. Я думал, сейчас скажешь, не хочу спидерами находиться в пати. Твой дом уже в рейд пошел, здравствуй. А когда слово пидор и Алиса стало синонимом? Не знаю, недавно. Ой, подвели, подклеили, я могу сказать. Тут у вас толстый трой. Подходи, не пусть. Так вот, меня его Навара утюг, которого выкинули. А смысл его нахуй набрать, я не понял. Ну кому ты сейчас объясняешь, кто там закинул? А он, блядь, затих нахуй, как всегда. Планка на ДПС есть? Заебись. 20 урона нанесли и стоите ждите, все нормально. Турбонский ролишь ты? Нихуя, ты сказал 20к, от чего они хуй не знают? Войд, такой войд.
Да какой ты там это, плохой человек. Я бы сказал, да, сказал пипись, ой, да, редис. А турбо давал уже 20, да? На сутки, да? Тут не только турбо 20к на выходе давал уже. И какой-то чувак... А, сила доната нас глядит, вот его больше доступно. Ну а дальше, кого я видел, это 16к максимум. Интересно. Давал Завара 25к на выходе до того, как это стало в мейнстрим. Ну я же говорю, 125к урона нанес и стоит, блядь. А, крутил фаер магом 320к на трэше до того, как это стало в мейнстрим. Кто на больше, давай. Крутил твою цноту. На БШ крутил твою эту девственность, блядь. Серьезно. Гарема, выруби ауру коня. Я вой. Приехал. Болтар не оставляет живых. Загали. Бегнуть пока нет. Ну что, уже больше бежит. Двое сильнее страдания. Вон кто-то фукашит. Не-не-не, пожалуйста. Хотел на меня, блядь, настучать, тварь, да? Рейндж. Ранге. Рейндж. Через G. G. Пауэр Рейнджер. Да. 5 килл. Полвокер? Полупокер. А, полупокер. Двое сильнее страдания. Ну,
Пул прожимки дайте. Паладина. Два нежертвенности скинули на пана. Пан умер. Каску беру, знаете. Добивайте 300. Добил. Это могло произойти. Тебя сбрило, когда ты боком начал бегать, и он тебе в спину как въеб нахуй. Типа в какую-то жопу, я не знала где. Да, мастер. Ой, да, сенсей. Чё? Не, ничего, все нормально. Войт учит играть, все хорошо. Я до второй копии вообще ФК стоял, блять, и четвертый под ФПС. Который 100 сопрота дает. Это не танковское, это говно с сопротом. Сука, хоть бы дала чётно. Я сюда пришел повыёживаться. Сальву нахуй. А у нас хантов нету? Нету. Каски нет. Демон Лока в рейде тоже нету. А демон для слабаков. На турбо МК никто не кинул, на меня МК. Эти два полупокера на себя МК развесили и ходят радуются. Да, я слышал, перед ебалом, если стоять, когда он дышит, нахуй, ВДПС вырастает его. Да? Турбойся захил, на. А он решил это проверить, правда ли подъебало больше ДПС. Ну, вары больше. Паладины, а может кто-нибудь догадает ауру сосредоточения поставить или все-таки... Ну, я уже писал. Я огонь поставил, мне похуй, я светлый. Привет, вот только что поставили. А то он раз ауешнул, два ауешнул, я так пытку. Из всей пытки так один раз только ударю, один пик. Нормально.
Войд, блядь. Там мне похуй где-то стоит. Согласен. Ща, подожди. Мульта, смотри, короче. МК кидаешь на меня, на царя обезьян, Ферман, с турбойсом, МК обмен. Будет все замечательно. В смысле? Извини. Я серьезно. МК для престола. Вот так вот, да. Ну. На самом деле, кидайте на кота МК. Турбо до сих пор бежит от белого зла. О, турбо два куска есть? Ты пятый. Войд. Ты будешь волю оставлять или зов брать? Я бы брал зов. И ты будешь волю на варе оставлять или фармить зов? Поставьте рыбу. Да, зов лучше воли. Намного, блядь. Потому что у нее прок раз 45 секунд, они стакаются с чешкой, и АП дает 100%, а не как, блядь, повезет Волина. Еще и сделали то, что, блядь... Ну, тут еще надо посмотреть, можно даже с Джайной лучше тринка будет. Ну, а теперь КБ не дает. ВМК на нормальных ДДшеров-то раскидаете или нет? И так и будет, вот эти вот, которые 5К дают, блин. Да не надо, не надо, царь, не надо, так на полу нет. Это вообще говно. Я готов. Я так полбоя бутерброда ем. Ну, сука. Так ты скажи, когда у тебя копии кончаются, эти сальву сразу пускают. Мне бы дали на... Ну, заебись. Ебаные эфиры, блять. Пошел. Да? А уже толку, нахуй. Уже не хочу домой. Пойди. Не, это фир был, блин. Это сорвал, но потом ты забрал агро, но потом фир агрош скидывается. Тут по идее, по тактике должно быть два танка на боссе. Во время каста. Бабам можно спячку кидать на дрейде. Тупо приподка ему. Взял под шире. Держи БР. Ебать, а под шире он меня вообще не там, короче... Вот я тебе и говорю. Там, короче, был фир.
во время фера он ему ёбнул, у него осталось 11 каст. Я успел только дать шо? Или вообще не успел, я не помню. Каст бы вообще не дошел бы даже до него. Ну как тебе сказать, там дамаг в 65к уебал. Ребят, я не в курсе. 3 секунды у вас было, чтобы прохилить. Нет, там было, там был хир. Там единственное, что можно было, это успеть нажать ручку, но я ее на панели не нашел вообще. Хир был, ты не забывай про хир. Тут свет кончимая. Рыбу. Что это за... Можно вам? Такое правило, что он должен диспелить, выполнять свою работу в рейде, ему плюс, блять, роу. Давай я буду диспелить, тоже плюс роу. Какая разница, какой ник, скажи. В смысле, какая разница? Ты мне объясни, как, почему такое правило существует. Да, потому что... Все понятно, все понятно. У меня нет хилбота, я не буду диспелить, это уж точно надо. Камон, здравствуй. Давай я без хилбота подиспелю, главное выбирайте, блин. Вообще насрать. У тебя что, конченые, что ли, блин? Не. Ладно. Так, не бан игрок, ребята. Он должен, не должен, надайте мне кулак и поставьте рыбу, блядь. Будьте нормальны. Где рыба? Не вижу рыбы. Раз. Ой, что там в отме диспелить? Типа. Вот здесь, да? Это шаман Н, который раздавал-то. Ставь, пожалуйста, тотем языка пламени и тотем на РДД хосту на 5%. Пожалуйста, не надо ставить неистовство ветра. У нас есть фрост декавы. Он все равно не стакается. Как бы поставил, какой ты ДПС? Да. Ставь. Он у его тебя поставил. А ты так дашь всем кастерам и хилам 144 СПД. Он тебе сказал, что он его поставил. Я ж дал. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Как закончится первая фаза, будет он кастовать портал во тьму, випка, да, Шиннер, по рыбке в латах. А на третьей фазе, если чего, я кота попрошу. Я в печати мудрости играю.
И он инер хочет. Так я сейчас тьму буду филить, блядь, на хулипале. Назад что-то отойдите меня. Чё? Вот это вот ваше, блядь... Я все равно под сальвой даже второй по огромной. Апан, ты вначале типа не прижимаешься, я так понял, да? Нет. Да это же обычка. Какая банка? Последняя банка, нахуй, ёбаный рот. Вот это ваше, блядь, ивейдение, нахуй, меня всегда так бесило, что пизда, нахуй. Придумали какую-то поехать. Представляешь, если под боссом не двигаться, то босс вообще даже не сагрится. Если не нажимать... Шаман должен, блядь, сразу что-то ёбнуть, нахуй, чтобы умереть. Будет еще раз хилов продублируй, кто у вас в свете, кто вот. Заебись. Заходите быстро, блядь. Выходите тогда. Уже заблочилось, заблочилось. Какой? Какой уебан спулил? Что заведелся? Випка, уйди, сейчас агришь, назад. Так он не уйдет, если не орать. Что дальше? Ебать, я уже по привычке навары закупаю, нахуй, знаки королей.